Пожар в лесном хозяйстве Букпа, расположенном на территории Зерендинского района, полностью ликвидирован. Об этом сообщил заместитель начальника областного департамента по чрезвычайным ситуациям Асетжик Сылыков. В настоящее время начато служебное расследование с целью выяснения причины возникновения пожара. В ходе разбирательства в Самарбайском лесничестве от работы временно отстранен исполняющий обязанности лесника Молдабек Тетейхан. Также продолжаются работы по тушению пожара, произошедшего 31 мая в районе села Карабулак Зерендинского района. По словам специалистов, угрозы населению нет. Для исполнения задач по ликвидации лесных пожаров департаментом подготовлено 152 единицы техники, 3 пожарно-насосные станции, 260 ранцев огнетушителей, 82 мотопомпы и 800 клопушек. Кроме того, осуществляется авиапатрулирование 3 авиагруппами КЗС «Лесохрана», которые дислоцируются на территории Зерендинского района, Бурабайского, Акульских районов. Обнаружено возгорание в Степногорском лесничестве, квартал 46, выдел 10. Из-за того, что вот именно там болото, внутри в болоте оно горит, но полностью вокруг держат этот пожар и не дают ему распространиться. Локализация была того же числа в 17:10, но тушение до сих пор еще продолжается. Но, в принципе, все там под контролем.